победе в Кубке УЕФА. Как раз после в этом да. После того, как нас обыграли. Ну, вообще, жеребьевка, конечно, сыграла с нами вот в тот год очень такую злую шутку, да, наверное? Ну, но она просто жестоким образом с нами обошлась. Хотя, в принципе, и вот так вот, если делать экскурс 20-летний в историю, я все-таки думаю, что оба эти матча и с Вердером, и с Реалом, несмотря на то, что мы с Реалом проиграли, я думаю, можно занести в актив команды. Совершенно очевидно. Итак, вновь атака нашей команды с мячом. Николай Романчук смотрит, кому отдать. Ну, пока что пасует поперек поля. Я думаю, что наши игроки просто выбирали как бы направление, что ли, атаки. Потому что с Реалом просто так же играть в открыто не стали бы. И вот первая попытка удара и гол. Буквально с первого касания забивает гол наш Александр Багапов. Ну, вы видели, у нас получил травму. Да, получил Спицын. Травму Спицын, да, значит, и был заменен. Заменен, поменяли Багапова. Значит, у нас там была целая перестановка, потому что Багапов не мог играть. Да, давайте посмотрим, вот с левой ноги. Не мог играть справа, но видели, там получилась ситуация, подкат делал защитник. Да. И мяч полетел по такой немыслимой для вратаря траектории, но был рикошет. Да, ну а Чатаряна, кстати, вот...